Так, кто там назывался? БДК. А, Муравин, ты есть АДК? Сильван из твоей, блядь. Сука. Умри, блядь. Муравин, БДК, ты здесь? Муравин. Спекайся в АДК. На срок док танчит. Сука. Ты просто режим наушников настройки звуков. Сейчас ты бахнул с указ. Вырубится. Эти плакальщицы. Я просто перезагрузился. Сейчас отбахну всем каски. Надо пишите, есть рыба у кого? Это что, голоса ДК, что ли? Да? Не, либо настройки голоса ДК, там просто... Настройки. Так не, типа Сильвана что голосом, ну типа... Блядь, голоса... Не, там просто перезагружаются параметры звука. И слепают эти песни. Ну ладно, в принципе, можно просто звук включать. Так, Нубахил, ШП. Вы тут? Нубахил писать ушел. Посмотрите пока бой Блокава. Сейчас Нубахил пописает, и мы начнем. Спасибо, Колян. А БДК ты будешь первый танчить на трех стаках, попал, ты забираешь, потом я уже после тебя. Ну ты шаришь, да? Смотрел его раньше? Все тут. А, ты посмотрел тот видос? Я. Вот потом а просто на ютубе веди блокау, там и смотри все подряд видосы. Вообще тема. А, должно быть реалор стоит. Конь стоит. Такой себе вопрос. Аурус, гляньте. О. Так, все, я от огня встал. Из самых глубоких и темных пещер грозовой грязи. Здесь понятно, в лужах не стоим. За Снобальдами Мелизон будет сбегаться. Чудовище, не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь на... Аш, ну Бахил, ставь тотем на НП5. Поставим. Молодец. Хорошо, ДК. Да, мы на всякий случай каплю. В лужах магии не стойте. Попал, забирай. БЗ прожимай. Рок-дог там, у тебя нету стаков, если чё. Ладно. Короче, со Снобдена сбегайте с Мелизона. Я буду с БДК танчить справа, вот, который идет БДК. Будешь его ловить до левого. Пал, слышишь? Угу. И бей, кстати, в пал светлой джагой. Но все равно хлипало нет. И Рэнш, пожалуйста, возьмите РДшники. Вы все стоите в центре. Рассоситесь, пожалуйста. Лужу води. Забираю. Скоро тынут. Даю сакру. Мага хильте. Я прохиливаюсь. Не убираю. Все,
иди снова бегай. Ковыряется. За бугер сказать, ну ладно. Убивайте эту чешую. Числотного бейте. А возьмите на всякий случай ренжу. РДДшники особенно. Дайте гим на хп. Максимус, дай. Как там с хилом с маной? То я что не вижу. Был их выстрелить. А, сова, поднимай, пожалуйста, Войда. Войд. Ну вот, вставай. Собирай какого. Добивайте так. БДК 20 секунд стан. Поздно ты поймаешь. Забирай, попал. Попал, забирай, пожалуйста, следующего босса. На арену выходит ледяной рёв. Сражайтесь или погибнете. Секунд. Войд, ты будешь добычу раздавать. Линкуюсь там. Давай тайно показывайся скилл. Прожимайся, БДК. Прожимайся. Ой-ой-ой, хильт. Добивать уже. Поднимайте всех ваших. Все чудовища повержены. Да, я каску сейчас раздам. Миднах еще раз кидайте рог. Давайте павшим бафы. А рыбу либо столик магии поставьте. Безоговорочная победа. Спасибо. Как дела? Всего сейчас хорошего. Великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Так, давайте пока чекнем готовность.
Таски сейчас и бафт. Благодарю, верховный лорд. А теперь смельчаки. Почти все готово. Ладно, я запускаю. А, он запущен, рез. А, в общем, маги, вы диспалите стаки. Как появляется вулкан, сначала стаки диспалите, потом переключаете вулкан. Сакуру я дам, а... Ну, Оптимус, стоишь гимн на ХП, я скажу, когда. У меня когда 4 минуты еще? Тогда пускается вторая рэп, поет гимн на ХП. Вулкан на портал идем. Геру. Ну, можете дать пулу. Не жалко. Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов! Прикажи то все ловить. Можете давать. А, ШП, Оптимус, отойди подальше от шамана. Портал бьем. Ой, Ретрик, беги. Рафал, беги. Либо бабл дрожни. А мы летаем, Акирин. Сейчас скоро вулкан появится. 12 секунд. Эстаю хилить. Захиливайте, сейчас вулкан появится. 2 секунды вулкан. Внимание, готовимся его заливать. Там вулкан. Бейте все вулкан. Бог, залейте его, отбеги. Изи хилим. Изи захиливайте. Сейчас он хлопнет, алё, хилы. Молодцы. Давай сакру. Я по... Ой, попал. Зачем вы занимаетесь? Акр, беги. Бейте босса, босса, бейте. Не надо бить портал. Хильте бы АДК. Покорми себе. Давай лутецкий шаман играть цвет тема. Беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителей демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем! Тише! Успокойтесь! Так, ему очень не хватает, пишите. Дрольте там рецепт. Там рецепт именно. Так, все, я запускаю, вот там осторожнее. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион,
позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было... Кому что не хватает решить? А, будет стоять Атема опять. Так. БДК забирай Шакула. Попал, забирай ДК. Я заберу на себя Робу. Так, все, гриппа больше нет. По диспелам. А, он летаем. Не забудь поставить пета на диспел. Массово пускай диспелит Оптимус. А точечно пускай диспелит. Пускай старая по диспелит точечно. Так, первым будем заливать. Сейчас волокна найду. Тут что, лока нету? А вот он. Ставлю метку. Первым будем заливать звезду, танки заклинать свои цели. Потом будем заливать кружочек. Это хан. Потом будем заливать сову. Это ромбик. Потом можно залить приста. Это будет у нас полумесяц. А, сейчас никто не бежит. Побегут танки. А сейчас работа для АДК. Этайна, ты здесь? Этайна, ты тут? А, бежишь в центр, тянешь сюда. Блин, я звезду снял. Тянешь звезду с центра. А следующая АДК, ты с центра забираешь его сюда, где мы сейчас стоим. Very good. АДК. Надеюсь, он меня понял. И Акова кидайте тоже, чтобы они не убежали. Муравинг покидаешь Акова. Ну и все. А РДшники, вы стойте, никуда не идите. Не бегайте, пожалуйста. Иначе милики вас покоцают. Все, танки погнали. Можем мы начинать. Я же сказал РДД стоять. Чему туда бежите? Звезду. Диспалит не забываем. Давайте добивайте. Бейте потом ханта, кружочек. Жумакова кидайте. Мага хильте. Потом сову бейте. Диспелит не забываем. Диспельте его. Диспельте ханта. Потом сову. Бейте уже этого ханта. Диспельте его. Бейте сову, сову. Заливайте сову. Испалите сову. Видите, там попало. Попало хит. Сейчас забегу. Надо подождать. Сейчас потом полумесяц. Диспель соло. Вихер холипалу покидайте, чтоб не хилил. Бейте полумесяц. Потом бейте шамана.
Моровинт, если не сложно, потанчи там мага. А то он сейчас сатинку убьет. Потом шамана бейте. Самого. Послали на него звезду. Дайте вихрь лучше холипалу. Шаману больше не кидайте. А друиды в отце не могут менять облик? Нет. Бейте потом холипал. Холипал такой нузл чародей нахуй. Нахуенный холипал. Мне тоже понравилось. Хлепал обьет, кто-то мага заливает. Летаем, отойди, пожалуйста. Там на тебя рога бежит постоянно. И мага убили быстрее, чем хлепала. Просто это тоже хлепал. Так, бейте рогу, звезду. Можешь вести сюда к нам Шакула. Шакила нет. Иди сюда к нам, ДК. Оружие вары можете поснимать. Смотри, как я его унижаю просто. Травма по голове просто. Убивайте ДК. Все, молодцы, поднимай эти двух магов. Спасибо, упал. Ух ты. Кто еще, кроме короля, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет. Ну, оно, кстати, за ГП. Кто? Скоробей. Из корабей, ну да, вроде. Мы же, помню, за ГП его отдавали. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются... Так, шаман, не забывай тотем убрать. Жуткие валькиры. Крылатые вестницы короля лича. Пусть состязание... Так, отойдите с центра, шаманы, тотемы. Тотемы, шаман. Ну, бахил, тотемы. Алло, Трися, тотемы. Не ной. Я не ной, я тебя зову. Так, сейчас я сироку возьму. А, СС, он летаем, только кидай. Только подожди, сразу не агри, дай попить маны. Угу, ты пока пей, я ж не сказал пулять. А, летаем, кидай СС, БДК. А мы в два вертопала потанчим в лоб. Изя, давай возьмешь тоже белую сверху и напулишь на акро. На нем крестик стоит, на нем отнимешь свой напул. И все. Что, напился там вдоволь? Угу. Так, ну, ладно. Так, сейчас шаман будет готов. Тоже ману отпивает.
Да, Optimus Пекнис ДЦ. Залейте ему иннер свой, дайте. Да, вроде ваша мана, два друида, зачем ткацечу? Я боюсь. Залейте ему иннер слово, дайте ему иннер. Можешь гимна ману отдать, Оптимус. Один шаман, один друид, я не знаю, зачем вы все считаете вообще, бля. Так, ну все, все готовы. Ему маны хватит, танки начинайте. Я буду как запасной танк. По поводу смены цвета я скажу. Скорость спецспособности. 2 секунды спецспособности. 1, 0. Стоим. Нам все не везет. Тильте хорошо танк. Попал. Мне кажется, для тебя священного щита нет. На тебе. Пока еще одна спецспособность. Берем дальше Вальку. А не, меняем. Блин, это я уже заговорился. Можете, хотя, бейте так. Зингер давать. Бейте. Ну, почти. Да я, блин, заболтался что-то. Давайте так. Безгер? Да, Безгера так завалил. Маны его хватает. Скоро еще одна спецспособность. Меняйте. Отдаю сакру. Меняйте. Хуя себе, я аж по хп сел почти. Так, сейчас скоро одна Валька сдохнет. Давайте все у себя в одну Вальку. Бейте дальше эту Вальку. Нам даже повезло. Давайте. Порталов нет. Точнее, есть, но он один. Так, для следующей спецспособности 7 секунд. А гимноману стрэп отдай. Гимноману отдай. Бейте. Давайте добивайте, немного осталось. На секунду ноль. А, она ж не действует. И сейчас в этот момент должна отключиться видюха. О, Алексей Долматов, выйдите из машины. И выбор упал. Неплохо так. Ну, у меня на успех, если что-то.
качестве орды и паладин. Я просто ролл кинул, мне нахуй не нужен. Так, тайна. Кто там? Рыбрик, ах. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные нахуй герои сейчас серебряного авангарда. Давай ему. Хотя, хантам этот выбор вообще не ок. Ну почему у нас сурово? ФОБ? У нас ФОБ, я же говорю, на не ок. А забирать светский войти. Я можешь забирать ради бога, я просто сказал. Хоть забирай лутецкий, сейчас лич на площадку разобьет. Сейчас я бафну синкански. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать. Нес, давай в ШП. Так, протопал, ты будешь слева танчить. Я справа буду. Лень, я бы намазал. Так там ханты есть. Два даже. Ну, не всегда ханты, короче, что-то забивают. Так это же дамажащая способность. Да, я знаю, что из ротации, но что-то иногда ее нету. Ну, у меня на макросе. Так, БДК, вот звезда, отсюда кидай свой ЛП и поворачивай босса, чтобы нам было ближе идти. Еще чуть дальше, назад, о, молодец. Так, ДК, апер, что тебе не хватает. И нуба хил, поставь тотем на, о, стоит, уже не надо. Последний чек. Будет стоять тотем по 5, опять объясняю, Хакс. Попал, ты готов? Где я танчу? Эй, танчишь слева. Все, все готовы, начинайте. Кто там будет заходить на ИП, ливайте своими чарами и заходите. Давай, бежим. Бьем, этот рышак нужно залить. Первый дашь, нет, небес. Вторую пачку можно не заливать, пейте, босс. Босса бейте там. Все заливайте. Молодцы. А, Муч, отдай гимн на ману. Скоро босс появится, 10 секунд. Секунда. Я забыл, что он на 4 появляется.
Сколько там у него хп? Еще нормально. В общем, первую пачку заливаем всего. Потом будем по пластовой стороне его танчить. Эту пачку заливаем. Третью, да. Первый даже нет небес. Давай. Все, переводите босса. Два друида на рейде, а шамана вы на танках. Все, Гер, давайте. Складин не забирай. Иди в воде. Угу. Ты ведешь. Я сказал в стороне танчу. Мать ставим. Нехитить. Все держите, так греет нормально. Я на фул хильте, танков на фул. Сейчас БДК уронит. Забирай, Акер, забирай ты. Вставай, БДК. Как вы там килы уронили БДК? Добивайте босса, короче. Давайте, бейте босса, босса. Из бабл прожми, бабл. Бабл. У него бабл на куда. Убивайте, ну, ну. Фу, бля. Ману, вы, конечно, молодцы. Так, бля, я хилил рейд, короче, потому что, ну... Пиздец, он проседал, походу другие у него сидели. Нет, не друида. Так он должен проседать. Он вообще-то так и должен проседать. Блин, когда я хожу ну, за друида, я... Ну я упал, потому что друид меня не захилил. Ну как, вот так он должен проседать? Потому что там реачина, блядь. Нафи, короче, есть такой прикольный скилл, масс-рес. Вообще заебись. Это конченые казуалы, только такой скилл резкий. Массируй себе, охуенный такой скилл есть. Да ты своим апсирусом уже заебал. Апсирусом, смешно. Его так мамка в детстве называла, а тут хуяк вернулась, да? Воспоминания. Че там за плачек упал? Ну, да, будет. А, вот, держи Релла, сейчас я зайду пока на шаман. Под теми чарами, на кого вы не получаете ЕП. Да, это фильмы и ВК, так что тут могут получать на кого хотят. А дальше уже... Не, ну они хотят там кто-то на другого чара, понимаешь? Ну, тут пусть заходит. Так, давай мне пати. Заходить, да, на кого надо начисляться? Да, надо. Только левает тем чаром, на котором, ну, на котором ты сидел. Продаем, продам ЕП, недорого. Еще кто заходит на ЕП?
Тризи, это ты.